Новый учебный год стартовал, но для студентов СФУ это событие прошло без масштабного празднования. А занятия пока будут проходить в очно-заочном формате. День знаний в университете СФУ в связи с эпидемиологической ситуацией прошел без масштабного концерта во внутреннем дворике. Но, тем не менее, атмосфера праздника в университете была создана. На 5 площадках вуза организовали проходные площадки с диджеями и ведущими аниматорами. Также для студентов были организованы локации, где можно было подключить собственную мобильную связь СФУ и поучаствовать в розыгрыше призов от Ростелекома. Что касается учебного процесса в СФУ, то он будет организован в гибридном формате, как и в прошлом году. Это значит, что потоковые лекции будут проходить в основном дистанционно, а семинары, практикумы и лабораторные работы как очно, так и заочно, с использованием средств электронно-информационной образовательной среды. Университет несет ответственность в том числе и за тем более за проживающих в студенческом общежитии. И данная мера была принята именно для того, чтобы обезопасить студентов нашего университета от заболевания коронавирусной инфекцией. Занятия будут проходить для всех студентов одинаково, независимо от наличия прививки от коронавируса. А вот при заселении в общежитие справка о вакцинации или ПЦР-тест являются обязательными. Также все сотрудники СФУ должны пройти вакцинацию до 10 сентября.